după doar 4 întâlniri și doar 2 săptămâni de relație s-au căsătorit, iar după nuntă au început a cutreiera lumea împreună. Au fost în câteva țări, iar de 2 ani s-au stabilit în Moldova. Este cazul rabinului de la sinagoga din Chișinău, Shimshon Isaacson, și a soției lui, Esther. Să descoperim împreună! Nebănuite sunt căile vieții, spune un vechi proverb care descrie perfect relația rabinului de la sinagoga din Chișinău, Shimshon Isaacson. Я родился в Беларуси, в городе Могилеве. Учился в Ешиве, это такой еврейский аналог семинарии в Москве. Продолжил обучение в Израиле, в Ешиве, в Иерусалиме. И после свадьбы оттуда через сколько-то лет мы перебрались уже работать в Витебске, потом в Вильнюсе и позже сюда. Soarta a făcut ca să-și întâlnească jumătatea chiar în orașul Sfânt Ierusalim, jurându-și credință veșnică la nici 2 săptămâni de relație. Есть древняя традиция сватовства. Люди сами не знакомятся. Нас познакомили. Мы встречались раз, два, три, четыре. И решили, что мы хотим построить вместе семью. Shimshon i-a cucerit inima prin modul de gândire și felul său diferit de a fi. У нас вообще в религиозной мире как-то нет очень отношений с мужчинами. Женщины отдельно, мужчины отдельно. И знакомиться с человеком с другой менталитетом, с Беларуси, с израильским менталитетом, это что-то необычное. И тот вещь, который был какой-то, сделал что-то такое интересное, тот интерес меня как-то привлек и поняла, что есть смысл попробовать, и уже 10 лет, и слава Богу, было правильное решение. Chiar și după un deceniu împreună, Shimshon continuă să-și surprindă plăcut soția. Внимательности. Он знает, что мне нужно. Он видит, если он видит, что мне начинает какой-то сложности с каким-то... Вот тут мне очень сложно привыкнуть к менталитету, вообще понять, как тут что устроено. Я иногда просто, когда маленькие дети дома, я понимаю, что я теряюсь. И он сразу как приходит, как свет. În ochii lui, Esther este văzută mereu ca... Колосальный остров стабильности, четкости, правильности всегда. Как танк, четко, стабильно, гарантированно, уверенно. Бесконечное количество сил на семью, на дом, для детей. Откуда берется, не знаю. Dragostea pe care și-o poartă de mai bine de 10 ani le-a adus în dar și 4 copii. Старшей нашей дочке ей 9 лет, потом еще после нее еще 8,7, и нашему младшему сыну ему годик. Munca de rabin nu este cea mai ușoară și îi răpește foarte mult, dar familia îl susține în toate. Примерно с 8-9 утра я каждое утро в синагоге. И практически всегда меня дома нету до 9 вечера. И, то есть буквально есть день-полтора в неделю, когда это расписание меняется. Ну, конечно, дома это папа, муж. Это как все на одной и той же волне. А когда мы выходим из дома или в общине, он находится на другой статус. В такой момент, который мы должны понять, что мы идем... как не шаг немножко назад, и мы даем ему свободу и все, чтобы он смог сделать то, что ему нужно. Dragostea lor se bazează pe încredere și respect reciproc. Asta o recomandă și ei celor care vor să-și construiască o relație. Не думать, что любовь это что-то, что вот просто падает или химическим образом появляется, рождается, да смешиваешь ингредиенты. Так не бывает. Любовь, отношения, их строит. Это следствие уверенности одного в другом, это следствие вклада одного в другого. В первую очередь нужно знать, что мы одна команда, что у нас всегда нету один вверх, один вниз. Это никто не пытается на кого-то наступать или что-то сделать. Мы в одной и той же команде, мы вместе.